Город-герой Одесса понес невосполнимую утрату. На 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Одессы, полковник в отставке Николай Иванович Московой. Он был одним из четырех героев-освободителей, доживших до нынешнего времени. Николай Московой ушел на фронт буквально со школьной скамьи в 17 лет. Служил в саперных и разведывательных частях, участвовал в боях за Кавказ, Тамань, освобождал Украину и Молдову, воевал в Румынии, Австрии, Югославии, Чехословакии. Неоднократно был ранен. После войны, которую окончил гвардией сержантом, еще 3 года занимался разминированием мест боевых действий, в том числе и Одесского оперного театра. Николай Иванович был награжден орденами Отечественной войны первой степени и Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за отвагу, за победу над Германией, за взятие Будапешта, за взятие Вены, за освобождение Белграда. Уже после войны Николай Московой окончил 2 училища – инженерное и военно-политическое и военный институт иностранных языков. Живой учебник военной истории – так называли Николая Ивановича собеседники. Полковник Московой помнил все в деталях, его всегда внимательно слушали молодые поколения. Несмотря на преклонный возраст, Николай Иванович с доскональной точностью передавал атмосферу того времени, в том числе и послевоенной Одессы. Соболезнования близким Николая Московой выразил почетный гражданин города Одесса Сергей Кивалов. Президент Одесской юракадемии поздравляет ветерана со всеми значимыми праздниками и был частым гостем в доме воина-освободителя на Армейской. В свою очередь Николай Иванович до наступления пандемии бывал на всех праздничных мероприятиях в юридической академии. Его тепло принимали студенты и коллектив вуза. Судьба подарила Николаю Ивановичу долгую жизнь, и он прожил ее достойно и с честью. Главными праздниками для Николая Московова были 10 апреля и 9 мая. До последнего года жизни, в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков и в день победы, Николай Иванович считал своим долгом прийти к дорогим сердцу каждого одессита мемориалу «Крылья Победы» на площади 10 апреля и к памятнику неизвестному матросу на Аллею Славы. «Мне посчастливилось на протяжении долгих лет общаться с таким легендарным человеком. И для меня было большой радостью принимать его в стенах Национального университета Одесская юридическая академия в торжественные дни и приходить в гости к нашему ветерану на улицу Армейская. Нам будет очень вас не хватать, Николай Иванович, вашего доброго слова, светлой улыбки, мудрых советов. Вечная память».